Известен ли вам масштаб государственного террора в СССР? Я знаю, что это очень двоякая ситуация по поводу репрессий. Кто-то оценивает их положительно, кто-то отрицательно. Я могу только воспринимать две стороны, так как я не присутствовал при этом. Я не буду лукавить, я не знаю в цифрах, сколько это. Много, да, много, 30-е годы. Против этого ничего не скажу. Конечно, мы должны помнить. Должны вспоминать и освещать. Нет. Я знаю сейчас какой. Немного, скажем так. Потому как информация, видимо, была секретной до определенного времени, и только сейчас там что-то где-то открывается. Да, конечно. Ничего забивать нельзя вообще из истории любой страны. И плохое, и хорошее, все нужно помнить. Мне кажется, о масштабе больше всего говорит, наверное, количество жертв, скажем так, этих репрессий. Да? Если они исчисляют десятком миллионов, наверное, характеристика только негативная, да, и она была. Собственно, that's it. Как можно к репрессиям относиться? Естественно, очень плохо. Собственно говоря, обезглавленного командного состава перед, собственно говоря, войной, которая была в то время, сильно сказалось на исходе всего этого дела. Но глупо отрицать исторические факты. Что было, то было. Я не знаю, там количество безумное, там миллионы и миллионы. Вот, но... Потому что я знаю, у меня дед сидел, как бы... по той самой 58-й статье, собственно, именно поэтому я оказался в Иркуте, поэтому я это все знаю. Есть памятники, есть Соловецкий камень, есть на Садовом кольце памятник прекрасный, жертвам репрессий, как бы, вполне достойно увековеченный.